Эту смесь я искала по всему городу, а нашла в светофоре. А еще нашла там конфетки, как в нашем детстве, те самые петушки. Необычный десерт, кремовый зефир в банке, можно есть ложкой. Прям свеженькая и увесистая упаковка коврижки. А также по хорошей цене большой литраж подсолнечного масла. Ну и раз уж я здесь, посмотрим, что еще интересного нашла. Мое внимание привлек этот напиток. Интересно, капучино действительно будет с пенкой? Большой объем какао, написано, что с витаминами. Большой объем фруктового чая, который идет с натуральным имбирем, можно пить как горячий, так и холодный. Кстати, а этот напиток, это прям такой привет из моего детства. Кто любит пожевать под фильмец, вот здесь прям большие объемы сухариков. Ну и любителей сухофруктов тоже не обделили. Соль сванская, не знаю для чего. Чего она и зачем, но решила вам ее показать. Ну и напоследок, ванилин в большой упаковке, здесь 100 грамм, ну и хватит, наверное, на несколько лет вперед. Ну и моя покупка на сегодня, это вот эти приправки.